обращаются к инспекторам здоровья на регулярной основе. Работодатели стали первыми заказчиками системы мониторинга здоровья сотрудников. Люди тратят большую часть средств на БАДы, функциональное питание и занятия спортом. 50% будут вовлечены в систему сохранения здоровья своих близких. Индустрия превентивной медицины – королева с оборотом больше фарма. Система диагностики на принципиальном новом уровне оценки качества и динамики здоровья человека. Человек осознанно занимается своим здоровьем. Ранняя диагностика начавшихся процессов, которые могут привести к болезням. Коррекция начавшихся процессов и оздоровление организма в целом. В системе образования будут внедрены специалисты по когнитивной медицине. Врачи получают целостные системные знания о человеке, основанные на своей, на всей сумме позитивной информации о человеке за последние 3000 лет. СМИ дают целостную объективную информацию.